стоят, с отходов выбирают. Рулон. Раскрыли сетку. Вот. Сейчас будем перекиповывать. Называется «Зимний бизнес крестьянина в деревне». Летом заготовили, а сейчас будем перекиповывать. Короче, сегодня у нас среда, 17 октября, где-то 3:30. Наш трактор. Сейчас мы его заводим и посмотрим, сколько времени потребуется перекиповать нам на тюки рулоны. Ну, тут где-то полтора, чуть больше рулона. Сейчас посмотрим. Сейчас заложу.
готова сердцевина. Оставлю ее на вечер ростом дать. Больно хорошая. И сейчас посмотрим, сколько тюков у нас будет. Так, 24 минуты у нас осталась сердцевина, а там тюка 2-3, наверное. Это ловцам дам, не буду перетюковывать, отбивать. Ну и в описании видео посчитаю, сколько всего вышло тюков. Ну это классовские рулоны. И они гораздо больше, чем с ПРФ. Ну все, вроде.